Привет-привет! Ко мне сегодня пришла посылочка. Долго ее ждала, потому что она где-то на неделю задержалась на Укрпочте. С Укрпочтой были вообще какие-то непонятки. Посылка по номеру давным-давно как бы на складе. Но на самом деле у них какие-то проблемы. Эти посылки где-то зависли. И они никак не могли все посылки отдать на руки владельцам. И поэтому я ходила каждый день и спрашивала, есть ли посылка. И получила, что неделю как бы посылка есть, но ее как бы нету. Ну, как мне объяснили, растения живучие, поэтому я в надежде, что там все хорошо. Хотя на самом деле я переживаю, потому что это детки. Давайте распакуем и посмотрим. Вот это да, не поняла. Я получила не ту посылку. Я получила чужую посылку. Ого. Еще у меня такого не было. Блин. Она мне так торопилась отдать посылку, что она мне дала не ту посылку. Блин. Так, пошла смотреть на время, или я сумею ее вернуть. Я, конечно, извиняюсь. Алинка быстро сбегала на почту и успела поменять посылку. Сказали, что ошибочка. И все, нужная посылка у меня в руках. Наконец-то. Я как-то сама не заметила. Положила в сумку, быстренько схватила и убежала, не вчитывалась там. Ухали-сдохали на почте. Вот так вот. Упаковали, чтобы не болталось. Боже, какие они маленькие. Мала этому точно будет рада, она мне такие штучки любит. Будет использовать для декора или еще что-нибудь придумает, это она может. Так. Ой, корешочки сухие. Ой, пожелтел, бедненький. Конечно, столько ехать. Ой, как жалко. Такая вот посылочка. Сейчас я вам приближу. Ближе. Жалко, конечно, что листики повредились. Ну, ничего. Так, смотрите. Значит, я его сейчас быстренько посажу. Вот это вот покрупнее детка, на которой еще есть. Как бы, да. Отросточек. Этот эндробиум Stardust. Оранжевого цвета. И, как мне объяснили, это миниатюрный дендробиум. Я вставлю фотку материнского растения. И, как девушка написала, он пошел на своего предка, который миниатюрный. Ну, по крайней мере, мне так объяснила девушка, владелец, продавец. И у нее материнское растение где-то 15 сантиметров и цветет. Для меня это большой плюс, потому что я бы не хотела себе такой, знаете, огромный дендробиум, который будет занимать кучу места на окне. Меня вполне устроит миниатюрный дендробиум. Сейчас буду садить деток, подберу им подходящий субстрат. Думаю, вот эти вот желтые листики, они хорошо держатся сверху. Это от недостатка света, может быть, они придут в норму. Орхидеи будут на карантине у меня стоять некоторое время. Немножко адаптируются и буду проводить обработки. И две детки мне не нужны, я себе оставлю одну, а вторая пойдет на розыгрыш. Когда на моем канале будет 2000 подписчиков,
у меня будет розыгрыш. Значит, на первом месте у меня будет детка Эквестриса. Если вы следите за моими видео, вы знаете, что у меня есть многодетный папаша. Самую лучшую детку, самую большую. Вот такие мы уже большие. Показываю вам пока что одну. Все остальное покажу потом. Самая большая, самая лучшая детка пойдет на приз. Это будет первое место. Второе место будет дендробиум. Дендробиум Stardust оранжевого цвета. Еще его называют жар-птица. Вот, очень-очень красивый и ароматный. Также напоминаю, что именно этот дендробиум унаследовал миниатюрность от своих предков, и поэтому он будет не выше 15 сантиметров. Если это будет так, я буду этому очень-очень рада. Мне такое растение подходит, так как будет занимать минимум места. Так, и третье место будет стриптокарпус. Не обещаю, что он будет цветущий, но хорошую детку я обещала, я подарю. Вот, и каждому месту будет прилагаться лесной мох, который мы насобирали собственными руками в лесу. Очень качественный, очень пушистый. Его можно посадить, и он будет живой. То есть пока что у меня в таком засушенном состоянии. Но когда его начать поливать и поместить в тепличные условия, вы получите живой мох сфагнум. Вот такие призы. Вы можете ускорить процесс розыгрыша. Кто еще не успел подписаться, подписывайтесь. И всем пока-пока и до новых встреч. Вот так я посадила малявочек. Скорейшей им адаптации. Я думаю, что будет все хорошо. Значит, кора, мох и сверху немножко торфа. Совсем чуть-чуть.